не Карим. Ты незнакомец из другой вселенной. Я не буду называть свое имя. Вдруг ты злодей. Ладно, тогда я буду называть тебя Кеша. Но как ты узнал? Да я не знал, просто взял самое распространенное имя. Так называют попугаев те, у кого нет фантазии. Что? Ты оскорбил мою идентичность? Ну все! Раунд ван файт. Нет, я не буду сражаться, я просто хочу еще спокойно сидеть и есть свой крекер, и чтобы меня никто ничего не кидал. Как обычно, все вот это мамабуд и вот это... А я не хочу, потому что мне лень! Давай мазь ему, Кеша! А тебя что там, избивали в твоей вселенной? О да, там меня избивали, унижали, деанонимизировали. Я был попугаем эсконическим анонимным. Но потом у чувака, где я жил, началась шиза, и он покосился на святое и забрал мою маску, понимаешь? Ну, у меня ничего не отбирали, кроме моего достоинства. А маска, она тут валялась какая-то, да. Оу, даже не поносить, плез. Да пожалуйста, она никому не нужна. Какой красавчик, потанцуй. Ты должен помочь мне, и только тогда! А что не мешает просто взять маску и улететь отсюда? Что? Приятно было познакомиться, и все такое, ничего личного, но я сваливаю. Нафига я выпил паралитическое? Действительно? Нафига? Ты чё, дебил? Да, это типа у меня в зависимости от кайфуйства. И много у тебя таких? Да хрена! О, какая удача! Тогда пока ты ничего не можешь, я положу маску в сейф и запаролю. А пароль скажу только тогда, когда ты поможешь мне со свабдей! Со свадьбой на ком? Мочи его, Кеша! Да так, не на ком! Если ты так ее не любишь, что тогда с ней живешь? Ну, она готовит жратву. Да и не бомжевать же на улице, блин, как лошара. Ну что, тогда сделка? Маска в обмен на жизнь Буженинского? Ну, ладно, давай. Пускай это и самая дебильная сделка в моей жизни. Кто-то сказал перед стрелком пам-пам-пам. Не нравится мне этот Никодим. Какой-то он мутный. Ну, по шпионю пойду за ним на случай чего. А чё это у него? Какой-то крекер? Выглядит вкусно, блин. Может взять? А, ладно, не буду. А то он согрится ещё. Ну, вроде ничего подозрительного. А чё это там светится? Ой, нет. Ночная женитьба!